весной, когда начали оттаивать грунт, вот в этом году, первый раз я себя в квартире услышала трещины. Ну, как бы спать ложишься уже запоздно, когда уже все вокруг стихает. На кухне находишься, прям, знаете, такой треск стоит, вот часов в 11, в 12, в первом часу ночи. Кажется, вот сейчас этот подоконник на окне разорвется, и не будет его. А в зале у меня, зал выходит сюда на противоположную часть дома, на дорогу. В зале там у меня возле окна компьютер стоит. Вот садишься за этот новости посмотреть, какие за день там накопились. Всегда вот ваш курьер всегда перс с него начинаю. И там тоже вот этот подоконник. Ну, кажется, что вот под подоконником настолько трещат стены. Мне об этом раньше говорили, что бабушки, те, у которых бессонница, говорят, Людмила Николаевна, треск стоит невозможный по ночам. Либо, говорит, начинает тебя вот в постели, либо как в люльке качать. Либо, говорит, я вот голова, ноги, говорит, качаюсь, либо, говорит, вот так поперек. Я говорю, ну, думаю, ну, может быть, от таблеток напились, может быть, ну, в старом возрасте так это кажется. А на самом деле это так и есть. Наши дома построены на болоте, видимо, болото как-то начинает себя агрессивно вести, и дом это все ощущает.